Сегодня в меню домашний батон за 30 минут. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты: соль 1 щепотка, вода 50 мл, сахар 1 чайная ложка, дрожжи сухие 6 грамм, молоко 100 мл, масло сливочное 30 грамм, мука пшеничная 250 грамм, масло растительное 1 чайная ложка, молоко 1 столовая ложка для смазывания перед выпечкой, яичный желток 1 штука для смазывания перед выпечкой. Знаете ли вы, что буквально за 30 минут, без учета времени на выпечку, можно приготовить прекрасный батон к завтраку? Если нет, то срочно записывайте рецепт, это просто и на самом деле очень быстро. Аромат свежеиспеченного хлеба соберет всех к завтраку, без лишних напоминаний. Следуйте пошаговому рецепту и радуйте себя и своих домашних вкусным хлебом. Подготовьте ингредиенты. Смешайте все сухие ингредиенты: дрожжи, муку, соль, сахар. Смешайте воду, молоко и растительное масло. Всыпьте в жидкую массу смесь сухих ингредиентов. Замесите тесто. Выложите тесто на рабочую поверхность стола, добавьте размягченное сливочное масло. Замесите тесто руками. Вымешивайте тесто до гладкости и эластичности. Накройте тесто миской, оставьте для брожения на 15 минут. Через 15 минут раскатайте тесто в пласт. Сверните тесто в рулет, уплотняя каждый оборот. Подверните боковые края теста внутрь. Защипните шов. Выложите тесто на лист для выпечки швом вниз. Смажьте перед выпечкой смесью желтка и 1 столовой ложки молока. Сделайте надрезы. Разогрейте духовку до 180 градусов, выпекайте 30 минут. Батон получился ароматным, румяным, с хрустящей корочкой. Домашний батон готов. Покажу батон в разрезе, видно равномерную пористость мякиша, жаль, не передать аромат свежеиспеченного хлеба. Прекрасный вариант выпечки для завтрака выходного дня. Хотите побаловать своих домашних горячим батоном к завтраку? Тогда записывайте рецепт, это быстро и очень вкусно. Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube.
Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!